Арестован водитель, который сбил женщину с тремя детьми. Напомню, страшное ДТП произошло 11 октября на улице Светловская, прямо на пешеходном переходе. 6-летняя девочка погибла на месте. Ее мама и еще двое детей в возрасте от 1,5 до 3 лет находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Водитель, 53-летний мужчина, скрылся с места происшествия. Однако спустя несколько часов сдался полиции. Алкоголя в крови Амича не обнаружили. По его словам, пешеходов он просто не заметил, так как потянулся за сигаретами. Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении водителя под стражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.